Иногда, переступив порог своего кабинета, я вдруг представляю, что брожу по руинам древней цивилизации. И не из-за вечного беспорядка, просто многое здесь еще напоминает о том цивилизованном существе, которым я когда-то был. Где этот чертов детектив? Я ему башку откручу, клянусь! Я вырву ему глаза! Эй! Отдавай фотографии, ублюдок! Живо! Иначе ты сдохнешь, котяра, понял? Мы встречались? Лицо знакомое, но... Ты за мной шпионил! Фотографировал меня с дамой! Тогда ты понимаешь, почему я не особо фокусировался на твоем лице. Я тебя прикончу! Отдай мне снимки! Я пожалел о том, что ударил такого типа. Но, по крайней мере, это дало мне время отыскать его слабые места. Черт, ты сломал мне челюсть! Что ж, теперь у нее есть что-то общее с твоим браком. Если покажешь снимки моей жене, я труп. Ты разрушишь мне жизнь. Не надо. Я не люблю копаться в чужом грязном белье, но это моя работа. Мне нужно оплачивать счета. Это ты изменил своей жене, приятель. Сам виноват. Эй, я не такой. Клянусь. Боже, это было всего один раз. Я просто ее телохранитель, это она меня соблазнила. Я люблю жену, богом клянусь, я даже бросил эту чертову работу ради нее. Нельзя же разрушать семью из-за одной крохотной ошибки. Разрушать семью? Ты с этим справился и без моей помощи, приятель. Ладно, давай так, ты отдашь снимки и прикроешь меня, а я заплачу тебе в 10 раз больше, чем она. Ты сохранишь мою семью и неплохо заработаешь. Что скажешь, по рукам? Сколько себя помню, мне доставались только дерьмовые дела, долги и проблемы. Мое самоуважение и счет в банке соревновались, кто первым окажется на нуле. Ты делаешь только хуже. Проваливай, пока у меня терпение не лопнуло. Слушай, дружище, я ведь наводил о тебе справки. Ты хороший детектив, но сейчас у тебя черная полоса. Тебе достаются только дерьмовые дела, как и это. А я предлагаю выход. Деньги тебе сейчас очень кстати. Ты бы мог дать рекламу, найдешь клиентов получше, дела, за которые хорошо платят. Начнешь с чистого листа. Только подумай об этом. Ты можешь спасти мой брак и себя заодно. Я предупреждал. Все, дальше я за себя не отвечаю. 3. Ах ты, сукин! 2. Погоди, не стреляй! 1. Ты пожалеешь, что связался с Юджином Колбертом. Клянусь, пожалеешь! Незваный гость оставил мне несколько подарков. Во-первых, отбитую руку. Шкура у этого типа твердая, как камень. Во-вторых, пустой кошелек. Все как всегда. В-третьих, ощущение, что мой моральный компас как-то слишком уж хорошо настроен. И, наконец, уверенность, что подарки на этом не закончатся. Он хороший парень. Ну что я говорил про моего друга Блэкседа? Вы еще даже не знакомы, а он уже предлагает стул. О да, Джейк... Джейк прав. В этом весь я. Прошу вас, садитесь. Джон, заткнись и послушай. Я тебе клиента привел.
И если мы его срочно не найдем, то у нас появится очень серьезная проблема. Спасибо за информацию и фото. Мне это пригодится. И так, как я понял... Ваш отец, Джо Данн, боксерский менеджер и владелец клуба, повесился 2 дня назад. Да. Бобби Йель, боксер из клуба Данна, через 2 недели должен выйти на решающий бой с действующим чемпионом. Но 2 дня назад он пропал. Примерно в то же время, когда умер ваш отец. Да. В общем, если Бобби Йель не явится на бой, вам придется заплатить. Но поскольку у вас нет денег, клуб вашего отца будет закрыт. Да. И вы просите меня найти Бобби Йеля? Да. Нет, это Джейк просит вас найти Бобби. А, вот как. Что ж, во-первых... Ваш отец покончил с собой, и в тот же день исчез его ученик. Прошу прощения, но здесь что-то не сходится. Проклятие, Джон! Ты берешься за дело или нет? Да. Но речь ведь идет о Madison Square Garden. На кону стоит немало. А значит, дело наверняка окажется грязным и затратным. Да, мистер Блэксет. Если вы найдете Йеля, и он выйдет на ринг, я заплачу, сколько попросите. Я знаю, что вы уже были дома у Йеля и ничего не нашли, но я хотел бы сам посмотреть. Это уборщица, которая нашла тело Дана, Мэри Парнелл. Она ведь подрабатывает в закусочной у Сэма, чуть дальше, по левой стороне улицы, так? Все так. Думаю, к ней я тоже загляну. И, разумеется, осмотрю клуб. Ладно. Для начала мне вполне хватит. Как-то раз я от злости разорвал такой мешок когтями. Что заставляет людей такое творить? Жизнь уже изрядно меня потрепала, но... Не знаю почему, но что-то здесь не складывается. Не знаю почему, но что-то здесь не складывается.
Алло? Это Блэксет. Только не говорите, что мой муж... Да, миссис Колберт. Боюсь, вы не зря меня наняли. О, вот грязное ничтожество. Я ему рог оторву. Сверху подсохло, но на поверхности нет пыли, и ниже краска свежая. Видимо, пролилась в тот день, когда умер Дан. Заперто. Но настоящий детектив не выходит из дома без... Иногда даже самому опытному детективу приходится вернуться домой за отмычками. Надеюсь, это был не клиент. Хотя, скорее всего, какая-нибудь реклама. Или еще хуже. Группа поддержки ветеранов войны. Я был уверен, что оставил отмычки на столе. Прекрасный запах, а вкус еще лучше. Смирнов принес бутылку в благодарность за одну услугу. Услугу, за которую полицейский никогда не должен брать плату. Эту сигарету курил комиссар полиции Смирнов. Судя по тому, как он ее затушил, он очень нервничал. Что если единственное, что еще держит тебя на плаву, одновременно не дает тебе двигаться дальше? Еще рано говорить прощай, и она все равно не услышит. Что же ты сделал, чтобы стать символом тысячелетней культуры, дальний родственник?
Иногда я также печатаю на ней отчеты, которые никто не читает, и счета, которые никто не оплачивает. Совет начинающим детективам. Притворяйтесь, что у вас проблемы с алкоголем. Клиенты обожают стереотипы. По правде говоря, текилы я чищу отмычки. Более того, я как раз закончил их чистить, когда ко мне ввалился этот носорог. Наверное, мы их смахнули во время драки. Большинству детективов спокойнее, когда в кармане есть пистолет. Я же предпочитаю отмычки. С ними точно меньше проблем. Где тебя носит, Джон? Я думал, ты работаешь. Джон, это я подогнал тебе дело. Ты хреново себя показал. И Соня теперь сомневается насчет тебя. Хочешь сохранить работу? Тогда ради бога веди себя нормально. Сейчас мне бы хотелось, чтобы в тот день я не нашел отмычки. Может, тогда я не вернулся бы в клуб, потому что после этого разверся ад. Дом Бобби Йеля был по пути, и я решил заглянуть туда с отмычками. В клуб можно и потом. Соня с Джейком все тут уже осмотрели. Без толку. Но хорошему детективу наверняка повезет. Пока на это не похоже, но... Ладно, кого я обманываю? Когда тебя так бьют, то понимаешь... Так, так, так. Давно не виделись. Ты и впрямь это сделал. Ты разрушил мою жизнь. Но поверь, ты за это заплатишь. Раз уж мой напарник отруби... Чертов котяра. Молодец, Кольберт. Ну что? Давай так. За каждый неверный ответ я буду бить тебя дубинкой. Пойдет? Успокойся, ладно? Месть — это блюдо, которое лучше... Неверный ответ. Первый. Нет, второй вопрос. Какого черта ты тут делаешь? Клевер? Он что, ирландец?
Левер? Он что, ирландец? Наверняка шишка вскочит. Еще раз. Какого черта ты тут делаешь? У тебя ирландские корни? Я работаю на ирландца, как и мой приятель Колберт. Фамилия О'Лири наверняка тебе о чем-то говорит, верно? Десмонд О'Лири. Каждый в Нью-Йорке наверняка слышал о самом богатом букмекере города. После всех этих событий я решил, что дело, наконец, сдвинулось с мертвой точки. Ответ неверный. Но я ошибся. Ну, серьезно? Какого черта ты тут делаешь? Нет ответа. Неверный ответ. Ну, серьезно? Какого черта ты тут делаешь? Разве ты не собирался меня бить? Я все еще жду. Доволен? Ну, серьезно? Какого черта ты тут делаешь? Я знаю твоего друга Колберта и его жену. Теперь он тебя оскорбляет. Ладно, он твой. Ладно, теперь твоя очередь. А я позвоню боссу. Ты пожалеешь о том, как поступил со мной. Десмонд, мы тут поймали детектива, который что-то разнюхивал дома у Бобби Еля. Да, его наняла дочка Дана. В целости и сохранности? То есть как это? А, само собой. Сделаем. Колберт, хватит его избивать. Какая жалость. А мы только начали ладить.